Новая бесплатная площадка для катания на коньках появилась в Барнауле. В поселке Казенная Заимка один из местных жителей сам расчищает и заливает каток на озере Пионерское. Лед, кстати, очень хороший, гладкий, скользкий, ровный. Кататься на таком – одно удовольствие. Его толщина около 30 сантиметров. Выдержат даже машины. Сергей Ефимов решил, раз уж озеро и так каждый год замерзает, почему бы не сделать из него удобный, качественный каток для всех. Природа создала такие условия, что не воспользоваться этими условиями просто невозможно. Дом в двух шагах, так сказать, и вот оно озеро, и сам люблю кататься, и научил всех детей и внуков своих кататься. Вот, поэтому тяга к природе, тяга к катанию на коньках, в общем, она меня притянула сюда. Чтобы расчистить такую площадку, Сергею Ивановичу нужно потратить полдня. Но такая нагрузка, признается он, ему в удовольствие. А какие размеры у этого катка? Где-то метров 80 на 60, я точно не замерял, но каток получился огромный. Дело в том, что, как я уже говорил, что вот этот расчищенный, он не заканчивается. Вот дальше границы, получается, вот до того дерева, и вот я оттрассировал. Вот эта половина, она была неровная. Вы заливаете? Да, потому что в ветреную погоду замерзал, и получилось такой ребристый. И я бочку ставил вот на этот каток 80-литровый. Этих бочек, наверное, я штук 20 вылил. Хорошее состояние катка Сергей Иванович берет на себя. Он хочет, чтобы как можно больше жителей поселка и всего Барнаула узнали о новой ледовой площадке. Приезжали и катались здесь абсолютно бесплатно. Анна Москаленко, Денис Кузьменко. Новости.